Ребятки, всем хай пипл, сегодня покажу нехитрый и такой простой способ ферментации табака. Вот такой вот у меня сухой лист, его я сейчас буду вот такой вот брызгалкой, обыкновенная вода. Я его увлажню и вот в этот пакет сложу, чтобы влага не испарялась, и оставлю так на пару часиков, чтобы у меня лист, то есть, стал гибким, и чтоб мне вытащить вот эту вот прожилку посередине, которая. Ну все, табачок я увлажнил. Вот такой вот он у нас уже не ломается. Мягенький, эластичный. И сейчас будем вытаскивать. Маленькое падение произошло. Сейчас будем вытаскивать табачочек, отделять прожилку и ложить все вот в эту баночку. А, даже сначала не в баночку, сначала мы просто будем все это дело отделять. Где, короче, как отделяется, где хорошо, где нехорошо. Вот такая вот у нас прожилка остается. Она нам не нужна, ее мы выкидываем. Ее мы выкидываем. Вот какой листочек. Ну, вот такой вот у нас незамысловатый процессик идет. А вот часть табака, короче, мы приготовили. Я думал, получится одна банка, но в итоге придется две банки мне делать. Там вот еще в пакете сколько осталось. Вот очищенный от прожилок табак. Вот столько вот у нас получилось мусора. Вот этот табачок, чтоб у нас шла ферментация хорошо. Мы его вот так вот увлажняем. Увлажняем. И все это дело
Суем мы в баночку. Вот так вот, ребята, сейчас я его засуну туда плотненько. Ну все, баночку набил я. Сейчас это дело мы закрываем крышечкой. И убираем вот сюда, прям недалеко. Вот в такую вот уютную батарею. Убираем и чем-нибудь накрываем. Если батарея топится хорошо, то можно, в принципе, не накрывать. Если, то есть, не сильно еще кочегарят батареи, то можно и накрыть какой-нибудь тряпкой, накрываем плотной, и вот эта баночка у нас тут будет томиться, так сказать, ферментироваться, и оставляем ее тут прям на дней 5-7, она у нас тут будет стоять, ферментироваться. Периодически можно взять, посмотреть, что к чему, и назад поставить. Вот такой вот не сложный, не трудный процесс ферментации табака.